Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Здесь есть все, что вы ищете о знаменитых турках. Hande Erçel оказалась в центре внимания журнального мира во время своего последнего отпуска, чтобы открыть для себя красоты Италии. Однако на этот раз поразительной деталью стало то, что праздничные позы Erçel не понравились ее парню Хакану Сабанджи. Этот интересный факт оценил только Бурак Дениз, исполнитель главной роли в сериале «Бомбашка Бири». Итальянские приключения Hande Erçel. Hande Erçel – одно из самых известных имен в Турции, известная своей актерской карьерой и красотой. Erçel, недавно вернувшийся на экраны с сериалом «Бомбашка Бири», предпочел провести отпуск в Италии. Исследуя красоты Италии, она привлекла внимание своих поклонников позами, которыми поделилась в социальных сетях. Хакану Сабанджи не было лайков. Однако в аккаунтах в социальных сетях была поразительная деталь, за которой внимательно следил журнальный мир. Hande Erçel не получила похвалы от своего бойфренда Хакана Сабанджи за позы, которые она дала в Италии. Эта ситуация вызвала большое любопытство среди последователей Erçel. На повестке дня стояли вопросы о том, как складывались отношения между ними и почему они не нравились Хакану Сабанджи. Прямо как Бурак Дениз. С другой стороны, праздничные позы Hande Erçel понравились только одному человеку. Главным актером Erçel в сериале «Бомбашка Бири» стал Бурак Дениз. Дениз обратила на себя внимание восхищением ее новогодними позами. Такая ситуация удивила как поклонников сериала, так и журнальный мир. Отношения между Erçel и Сабанджи. Hande Erçel и Хакан Сабанджи – пара, которая часто раскрывает свои отношения в своих постах в социальных сетях. Однако на этот раз Сабанджи не оценили по достоинству, что вызвало любопытство по поводу развития отношений пары. Фотография Hande Erçel в Италии и лайки, которые она не получила от Хакана Сабанджи, вошли в мировую повестку дня журнала. Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как будут продолжаться отношения между ними и как Хакан Сабанджи будет справляться с такими ситуациями. Увлечение Бурака Дениза было на повестке дня как яркая деталь, когда в том же сериале снялась Hande Erçel. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.